В рамках проведения 6-го национального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Казахстан стартовали две компетенции по машиностроительным специальностям. Подробности в следующем материале. Миссия WorldSkills Казахстан – сформировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов. Сегодня участие приняли команды городов Нур-Султан и Алматы, а также Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областей. В рамках проведения 6-го национального чемпионата WorldSkills Казахстан у нас на базе Высшего колледжа электроники и коммуникации сегодня проходит республиканский тур. Значит, мы являемся республиканской площадкой. По двум компетенциям сегодня у нас проходит на базе колледжа. Это у нас компетенция, презентационная компетенция и одна демонстрационная компетенция. Одна компетенция у нас будет проходить на базе КТЖ. Конкурс состоит из 5 модулей. Это сборка и разборка автосцепки, проверка колесной пары, теоретическая часть, управление локомотивом, разборка и сборка крана машиниста, практическое задание на пневматическом тренажере, действия бригады в аварийной или нестандартной ситуации и запуск электровоза в рабочее состояние. Одержит победу тот участник, который наберет максимальное количество баллов. Эксперты конкурса также отмечают его важность. Я считаю, что это поддержание профессии именно помощника машиниста, потом дальше машиниста, ну и поддержание самой железнодорожной отрасли, то есть чтобы конкурсанты стремились к чему-либо, конкретно к определенной профессии. После торжественного открытия с помощью жеребьевки определили очередность конкурсантов. Первым защищать честь своей профессии будет участник Павлодарской области. Участники конкурса отмечают, что конкуренция у них высокая, потому что все подготовились хорошо. Важность этого конкурса заключается в том, что для получения своей будущей профессии мы улучшаем свои знания и умения. Конкурс помогает стать хорошим специалистом в будущем. Павлодарская область стала базой для проведения конкурса WorldSkills Казахстан уже для 3 компетенций. Итоги соревнований будут подведены 10 декабря в городе Нур-Султан. Победители будут представлять нашу страну на международном чемпионате WorldSkills в городе Шанхай. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат.